Сегодня печем вкусный домашний хлеб с тыквой в духовке. Он не только вкусный, но и очень красивый, необычного желто-оранжевого цвета. Обязательно попробуйте его приготовить. Десертный хлеб, который обязательно понравится детям. Взрослые также будут от него в восторге, ведь он абсолютно безопасен для фигуры. Тыквенный хлеб, вкусно, ароматно, полезно. Домашний солнечный хлебушек, что может быть вкуснее? Вкусный, ароматный и яркий, это то, что нужно для серых будней. Хрустящий снаружи и мягкая, упругая мякоть. Приятного аппетита! 1. В просеянную муку добавьте сахар, соду, соль, ванильный сахар, корицу, молотый мускатный орех. Перемешайте до однородности, затем вбейте яйца и добавьте тыквенное пюре. 2. В тыквенную массу добавьте измельченные грецкие орехи, оливковое масло, перемешайте. 3. Тесто налейте в форму, посыпьте семечками. 4. Выпекайте около 50-60 минут, пока зубочистка, вставленная в центр, не станет чистой. Температура духовки 220 градусов.